Тонированные стекла автомобиля, лобовое и боковые передние – потенциальная угроза безопасности на дороге. Через затемненное стекло водителю сложнее увидеть и оценить ситуацию на дороге. Многие водители уверены в обратном. И, несмотря на предупреждения, продолжают скрываться за пленкой. Водитель серой Kia пожертвовал госномерами в пользу тонировки, хотя жертва сомнительной выгоды. Снять тонировку все равно придется по требованию закона. Скажите, пожалуйста, когда вы будете устранять? Пленочное покрытие, когда? В течение суток. В течение суток, да. Убирать, да? Значит, за данное нарушение, как я вам уже и пояснял, мы снимаем госномера, выписываем вам сейчас протокол запрещения эксплуатации транспортного средства. В течение суток вы будете добры, устраните. Сотрудники полиции предлагают снять пленку на месте и сохранить госномера на автомобиле, разъясняют правила и требования. Если вы не устраните в течение суток пленочное покрытие с передних боковых стекол, если вас остановит инспектор ДПС, не я, какой-либо другой, и вы будете передвигаться без госномеров, инспектор будет вправе составить на вас административный материал за отсутствие госномеров. Пленка оказалась дороже. Владелец «Лады» растонировал автомобиль на месте, разбавил классическое черно-белое сочетание в салоне светом. Рота ДПС город-курорт Анапа проводила специальное мероприятие краевое по операции «Тонировка». Значит, останавливали транспортные средства, тонированные передними, боковыми, лобовыми стеклами, составляли административные материалы, где-то около 10 штук было составлено. Штраф 500 рублей, пленку долой и госзнаки под угрозой. Выгода соблюдения правил дорожного движения очевидна, но пока не все водители это понимают. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа регион.